Мы находимся на улице Соломатина. Здесь продается участок размером 6 соток. Фасадная часть 20 метров. На участке 2 хороших евро-дома. Площадь от первого дома 250 квадратных метров. Второй гостевой домик 150 квадратных метров. Там у нас 2 комнаты, а здесь 5 полноценных комнат. Начинаем осмотр с кухни, которая полностью обустроена и готова для вашего заселения. И, кстати, весь дом продается абсолютно с мебелью, с техникой, полностью под ключ. После кухни проходим через проходную зону и слева попадаем в кабинет. Напротив кабинета у нас находится большой просторный санузел. Просто мечта. И проходя кабинет и санузел, мы уже попадаем в основную комнату. Это зал гостевая. По удобной, качественной лестнице мы можем попасть на второй этаж. Будем смотреть далее. Не будем многословны. Смотрите в эту красоту, простор, уют и шик. Пройдя через спальню, мы попадаем в уютную детскую комнату. Еще раз напоминаю, в доме остается абсолютно все. Мебель, техника, все, что вы видите, остается при продаже. Кстати, через детскую вы можете попасть в свой персональный санузел. Ну а теперь добро пожаловать в гостевой домик. Мы находимся в зале второго гостевого домика. Как я говорил ранее, 150 квадратных метров. 2 комнаты, отдельный санузел. Проходите в санузел, посмотрите, как все красиво и качественно сделано и выполнено. Кстати, по всему дому теплые полы. Видите, есть унитаз, биде, душевая кабина. Ну а теперь мы попадаем в спальню, где ваши гости, да и вы, собственно, можете насладиться настоящим уютом.